Здравствуйте! Вы смотрите «Кулинарные страсти». С вами Лилу, и сегодня мы будем готовить крамбль из рыбы. Итак, сегодня я использую тилапию. Это легкий вид рыбы. Мы его не будем забивать различными пряностями. Вот. Но хотя бы вы можете проявлять фантазию и добавлять пряности по своему вкусу. Я взяла 3 филе. Это будет двойная порция. Крамбль обычно готовится и подается порционно. Мы порежем зелень. У нас укроп, петрушка. В основе этого пирога лежит песочная крошка. Нам нужен лимон. Добавляем соль, перец. Брызнем лимончик. Все это перемешиваем. Не стесняйтесь это делать руками. И мы сейчас будем выкладывать форму. Это форма для 2 человек. Можно использовать форму для 1 человека. В идеале по рецепту форму нужно смазать сливочным маслом. Но так как мы с вами готовим диетический вариант, то мы используем просто форму. Готовим заливку. Собственно, то, чем мы будем заливать рыбу. Нам нужно молоко. Либо сливки, либо кокосовое молоко. Здесь уже ваши вкусовые пристрастия. 100 грамм. И вбиваем 2 яичка, этого вполне достаточно. И воспользуемся старым бабушкиным методом, не будем брать блендер. И сделаем это руками. Я надеюсь, вы сейчас делаете синхронно со мной, потому что в компании это делать веселее. Мы приступаем к последнему, но самому главному. Мы будем готовить крошку своими руками. Это, пожалуй, самый главный ингредиент нашего сегодняшнего блюда. Итак, я хоть и ленивая хозяйка, но я сухари сделала сама. Высыпаем сухари в блендер. Сухари готовы. Высыпаем, добавляем муку. И нам нужно добавить 50 грамм сливочного масла. На самом деле, тот крамбль, который мы готовим сегодня, это не очень калорийное блюдо. И в порции примерно 200-250 грамм будет всего 250 калорий. Крошку нужно делать руками. Пальчиками растираем муку с сухарями и маслом. В общем, я думаю, что сегодняшнее блюдо вас не разочарует. Крошка у нас готова, и теперь мы крошкой должны равномерно посыпать рыбу. Вы помните, что крамбль печется всего 10-15 минут, это очень быстро, но духовку нужно разогреть раньше, до 200 градусов. Это ускорит процесс и, в общем, технологически более правильно. И наш крамбль, будущий крамбль, отправляется в духовку. Засекаем 15 минут. Время быстро пролетело, эти запахи просто сводят меня с ума. Давайте посмотрим, что там у меня получилось. Ну-ка. Какой аромат. Я не могу удержаться, я хочу попробовать. Надеюсь, что когда вы сделаете, у вас будет не только красиво выглядеть крамбль, но и вкусным. Приятного аппетита! Вы смотрели «Кулинарные страсти» вместе с Лилу. И оставайтесь с нами. Помните, что мы готовим простые блюда, но вкусные.